Всем привет! Хама Кесала! Сегодня, дорогие мои ученики, мы с вами продолжаем нашу традицию, то есть мы с вами прочитаем небольшие тексты. Если вы готовы, то мы начали. Текст называется «Дома». Так, внимательно слушайте, как я произношу, хорошо? Так, это наше общежитие. Сейчас мы дома. Вот наша комната. Она большая, светлая, чистая и уютная. Комната женский род, поэтому я говорила большая, светлая, чистая и уютная. Вам понятно? Если вам понятно, мы продолжаем. Так, тут одно окно. Там стоят цветы. Рядом письменный стол и стулья. На столе лежат учебники, словари, тетради, ручки и карандаши. Сейчас я делаю домашнее задание. Сначала я учу новые слова, а потом читаю и перевожу новый текст. Я читаю громко. Мой друг Дэвид внимательно слушает, как я читаю. Он говорит, что я читаю по-русски очень хорошо. Я читаю хорошо, потому что я каждый день много занимаюсь. Ты читаешь быстро и правильно, говорит Дэвид. Потом читает Дэвид, а я внимательно слушаю, как он читает. Он тоже читает правильно. Он хорошо понимает текст. Мы учим урок вместе. В свободное время мы слушаем музыку, смотрим телевизор, читаем разные журналы и книги. Мы много разговариваем. А теперь, дорогие мои, вам один вопрос. Вы что делаете в свободное время? Оставьте в комментариях, хорошо? На этом все. До свидания. Всего хорошего. Пока-пока.